Rusija nije pomogla. Rusija nas je ostavila na cedilu. Ona nas je izdala. To je narativ koji se neretko nameće u Srbiji u kontekstu NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Međutim, malo ljudi zna da su Rusi zapravo pokušali da nam pomognu i da su za to bili spremni na najveću žrtvu. Наша цель – захват аэропорта Слатина. Берем и держим позиции до прихода миротворцев. О томе говори новый русско-српский фильм «Балканска меджа». Первый светский фильм, у коем Срби нису лоши момци. Этот фильм был сугубо о событиях, которые происходили только в Слатине, а вход российских миротворцев в Слатину. I, u opštem-то, vsa istorija na tom zakančila se. Kao što se i vidi iz trejlera, to jeste bitka za aerodrom. Mi smo prikazali tu bitku na jedan određen način, uzevši određenu umetničku slobodu. Ono što još mogu da kažem, da je to jedan žanr akcijone ratne drame sa određenim konvencijama koje taj žanr ima. To su jasne distincije između pozitivnih i negativnih junaka, bez filozofskog lamentiranja nad smislom rata. В отличие от некоторых американских фильмов, которые четко ставят свои понятия, да, и как бы общаются со зрителем уже с той стороны, что как бы все решено, вы просто посмотрите, как происходило. Вот, у нас такого нет. И в главе фильма у нас все-таки человеческие истории. Это, еще раз повторюсь, это не про политику, это про судьбы людей, про людей кино. И да, они происходят на фоне этих трагических событий. Radnja filma bazirana je na istinitim događajima, a jedan od organizatora ruske operacije prvi put odgovara na tvrdnje da je Rusija napustila Srbiju. Ну, во-первых, нужно понимать, что в тот момент существовало две России, как, кстати, и сегодня. Россия настоящая, вот патриотическая Россия, вот Россия, которая отстаивает славянское единство. И была Россия, та, которая разваливала Советский Союз, это, знаете, я называю это политический мусор. И поэтому это не Россия была. Они, естественно, сдавали и Сербию, как сдали Советский Союз, Югославию. Вот. Но тогда вмешались мы, офицеры чести, офицеры долга, прежде всего. Вот. И мы стали отстаивать вот, Сербию, понимая, что отстаивая, защищая Сербию, мы защищаем и нашу русскую традицию, мы защищаем русский мир. Поэтому спланировали спецоперацию, опираясь на резолюцию Совета Безопасности ООН 1244. Вот об этой операции знали 6 человек. Да. Министерство иностранных дел не знало, не знали другие службы. Вот. И поэтому мы вот решили в полном соответствии с нормами международного права. Mislim da mali broj ljudi zna za tu operaciju, evo ja nisam znao, čak i, u stvari nisam znao za suštinu te operacije, nije ona bila samo transport i zauzimanje tog aerodroma, nego čitava priprema koja je bila, koja je prethodila tom maršu, tom desantu na aerodrom, a i situacije koje su se dešavale posle, a to je kada je britanska kolona došla na aerodrom, a tamo se već nalazila ruska kolona, to je bio jedan moment, jedna tačka koja je bila veoma opasna po ceo svet, jer je to moglo da izbije Treći svjetski rat. To su recimo stvari o kojima se malo zna. Sami detalji operacije do danas su velika misterija. Вы знаете, мы планировать раньше начали операцию. И чтобы вот наши братья сербы знали, даже в условиях вот санкций против Югославии, в условии того, что часть российской властной элиты предавала интересы и России, и Сербии, мы все равно взаимодействовали и со Слободаном Милошевичем, и взаимодействовали генералом Драголюбом Айданичем, взаимодействовали с разведкой сербской,
Вот. И, конечно, взаимодействовали с командующими и командирами. И мы помогали сербам, в том числе помогали и вопреки санкциям, что я их не признавал, эти санкции. Они незаконные были. Вот. Помогали, чем могли, в том числе вооружением, чтобы не допустить наземную операцию НАТО на территории Сербии. И планировали мы эту вот операцию по вводу наших сил, безусловно, вместе с Генеральным штабом и Министерством обороны Сербии. Naravno, za mene su heroji ti vojnici koji su rizikovali svoje živote i izvršili taj marš u Prištinu. I mnogi ljudi za koje ne znamo i koji svako njih zaslužuje svoj film. Film Balkanska međa je flert istine i fikcije, ali je njegova poruka iskrena i vanvremenska. Ja sam postao deo ovog filma tako što me je ruski koproducent, to jest generalni producent, pozvao da igram u filmu i to su mi namenili ulogu ruskog vojnika. On je zapravo bio potomak belih Rusa koji je ostao u Srbiji. Međutim, ja sam insistirao na tome da se u našoj zajedničkoj srpsko-ruskoj priči taj junak pretvori u Srbina, pošto mi je bilo nekako neobično da u nekoj rusko-srpskoj priči meni pripadne uloga Rusa. Mog lika zovu Vuk, on je pripadnik MUP-a koji je dejstvovao na Kosovu. Između ostalog, taj rat je za njega postao i lični rat, gde se naređenja i neki poredak državni, vojni, ratni, neka subordinacija gdje se dovodi u konflikt sa ličnim osjećanjima, sa osjećanjima osvete, pravde ili nepravde, bola, besa i tako dalje. Srpski aktor je prekrasan. Biković už je, naverno, ne tako duboko srpski aktor. Вот, он все-таки актер международного уже уровня, и он прекрасно понимает, как работают у нас, и я думаю, он отлично понимает, как работают в Сербии, и он это может себе совмещать, и когда нужно подсказывать, когда идут какие-то небольшие недопонимания. Dakle, vi ako imate jedan kadar da prikažete neku situaciju, vi ćete tu situaciju prikazati драматичније него што она била, јер је то филмски језик. Значи, сажима се простор и време, негде се измешта, тако да у принципу ми зато овај филм и говоримо да је он инспирисан истинитим догађајима, да није заснован на истинитом догађају, зато што је истинити догађај и даље негде под велом тајне. Снимая фильм, я впервые оказался в Сербии, и у меня самые прекрасные, теплые и впечатления от страны, от людей в целом, потому что ну, все очень было хорошо, комфортно. Люди идут на контакт, очень открытые, добрые, светлые, позитивные, очень темпераментные. У нас отсутствует темперамента такого яркого, а вот у сербов он присутствует, и это хорошо, это интересно. И ну, самое главное то, что не везде любят русских. В Сербии любят русских. Марту 2019 godine. Остаје нада да ће домаћа и светска јавност сазнати шта се стварно дешавало 1999. године, да ће се разбити мит о руској издаји и учврстити историско-српско-руско пријатељство. По мојом мишљењу, главна заједничка црта карактера или менталитета која одликује Србе и Русе је систем вредности, ако се тоа што може назвати цртом. Дакле, словенски менталитет, neko pravoslavno nasljeđe kao dominantna duhovna i kulturološka komponenta. Mislim da upravo takve vrednosti kao što su solidarnost i međusobna podrška, uvažavanje i poštovanje mogu da doprinesu razvoju i prosperitetu u Srbiji.
1999. godine. Столице Косово, Приштине, прогремели как минимум 3 взрыва. Чуть позже 2 взрыва раздались в столице Югославии, Белграде. Our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces, responsible for the brutality in Kosovo. В Косово произошла трагедия. По разным данным, погибли от 20 до 70 человек. Однако уже сейчас бомбардировка подвергается практически вся югославская территория. Положение критическое. Не уверен, что мы все вернемся домой. Звезда. Ясно. Рада. Мне больше не потребны. Има да вас колем до последних. Наша цель – захват аэропорта Слатина. Берем и держим позиции до прихода миротворцев. Мы не смо бандити, коль нас постой закон. Мы смо закону поворот. Мы смо закону вихе. Какому закону ты причешь? В нашей ситуации то ничто не меняет. Prošlost ne zanima. Uvijek možeš da kreneš iz početka.